Ну, честно говоря, я поздно в тренажерный зал пошел. Мне просто, наверное, генетика тоже помогла чуть-чуть. Отец здоровый, мама тоже в баскетбол играла. Наверное, хорошо кормила тоже, когда был маленький. Ну, вырос я в Германии, конечно, да. Ну, всю жизнь меня родители русской жизни учили, скажем так. Я сначала русский язык выучил. В садик пошел, слова немецкие не знал, там все выучил. И это плюс сейчас большой, то, что могу и один язык, и второе. И то культуру много чего взял, там стараюсь. Знаю, что немцы по-другому живут, чем мы, русские, конечно. Ну, если именно в Германии, там команда говорит, что я именно больше типичный русский, чем немец. Гарпишин. Ну что, первый гол? Да, его первый гол, да. Поздравляю. Да, хорошо поборолся за отскок. Ждал он, кстати, паса от Шкуринского. Ну, а здесь молодец там. Именно игра мне нравится, там, с командой. Именно это чувство. То, что мы семь против другие семь. Вместе бороться за мяч. Выигрывать, конечно, тоже нравится. Один, конечно, минус быть линейным. Если у нас плохое настроение, мы заняли, не возьмем, не кинем. Не просто так. Это нам должны... Там мне кто-то так прикольно раз объяснил. Мы как рыбы плаваем в акварии, а нам чисто все должны еду кидать, чтобы мы могли чисто кидать на ворота. И мы чисто работаем для команды, команда для нас работает. Если они не работают, тогда для задней линии легче. Если они работают, тогда для нас будет легче. Значит, мы как тимплееры, считаю, самые такие.